Уважаемые коллеги, позвольте вам напомнить, позвольте вам напомнить, что в России в 2015 году, по данным Института Герцена, было выявлено 52 088 больных, при этом почти 70% больных, требующих дополнительного лечения. Если мы обратимся к структуре гистологического строения опухолей в Европе, то мы увидим, что аденокарцинома составляет 40%. До 2000-х годов в России доля аденокарцинома составляла где-то около 20%, и преимущественно мы видели плоскоклеточные раки. И вот посмотрите на примере больных нашей клиники, а ежегодно мы пролечиваем, если в 2005 где-то было 800-900 больных раком легкого, то сейчас где-то около 600. Вы посмотрите, как меняется соотношение. Плоскоклеточный рак с 56% спустился до 35,6%, а железистый рак с 19,2% поднялся до 35,3. То есть выравниваются показатели. Мелкоклеточный рак примерно в тех же цифрах. По последним данным, я слушала доклад из вашего института, доктора Иванцова, соотношение плоскоклеточного рака и железистого примерно такое же. То есть с чем это связано? Возможно, связано с тем, что стали курить другие папиросы, другие сигареты. А это первое. Второе, естественно, нас не устраивает сейчас диагноз недифференцированный рак. И мы просим иммуногистохимиков уточнить, что это, к какой группе отнести опухоль. И поэтому часть, естественно, опухоли из недифференцированного рака перешла в группу аденокарцинома. Но вот эти статистические показатели о чем нам говорят? Они говорят о том, что железистого рака сейчас стало больше, и лечить его надо уметь. Терапия индивидуальная у больных раком легкого, она сейчас получила очень широкое распространение. Я еще помню, когда мы лечили рак, даже не разделяя мелкоклеточный и не мелкоклеточный, был такой препарат ТИАТЭФ, и назначали ТИАТЭФ всем подряд. Потом стали выделять мелкоклеточный, не мелкоклеточный. Следующий этап – железистый, плоскоклеточный. А сейчас нас уже не устраивает просто диагноз «железистый рак». Нам нужно уточнить, какова молекулярно-генетическая структура опухоли, какие препараты мы можем предложить пациенту. Ну и на сегодня мутации, вам уже ранее говорили доктора, выступающие на этой трибуне, мутации сейчас при исследовании опухолей железистого строения выявлено достаточно много. И я думаю, что лет через 5 их будет еще больше. Но на сегодня самое главные мутации для нас, для практического здравоохранения, это мутация EGFA, мутация и мутация наличие ЛК-транслокации. Почему? Потому что мы имеем в руках препараты, которые можем назначать пациентам и получать неплохой клинический эффект. Какие ингибиторы тирозинкиназы сейчас у нас в наличии? Первое поколение – гефитинип, эрлотинип. Второе поколение – афатинип. Третье поколение – это препараты, которые мы можем назначать при возникновении резистентности к первому и второму поколению. Это Тагрисо препарат. Я не буду рекламировать, это не цель моего доклада, но этот препарат скоро появится и у нас в том числе в России, в
Поэтому будем писать уже вот третье поколение, четко название препарата. Пока только по расширенному доступу можно получить этот препарат. Он еще пока не зарегистрирован. Я не буду повторять доклад, содержание доклада Светланы Анатольевны. Она прекрасно изложила, как механизм, как работает афатинип. Но единственное могу подчеркнуть, что афатинип блокирует массу рецепторов, то есть путей. И почему он является необратимым препаратом? Потому что все пути заблокированы. Если гефитинип блокирует один путь, то афатинип блокирует практически все. Вот опыт использования ингибиторов тирозинкиназы у нас в городском клиническом онкологическом диспансере. Гефитинип с 2008 года получилось 112 больных у нас в поликлинике. Эрлотинип 24 пациента. Спасибо. Почему вы спросите, почему такое предпочтение? Это просто исторически сложилось. Предпочтений нет. Примерно одинаковый эффект оказывает и эрлотинип, и гефитинип. И афатинип, 18 больных. Это больные получили препарат в условиях поликлиники, и 18 было включено в исследование. Первая линия – 26 больных, вторая линия – 4 больных, третья линия – 5, и четвертая линия – 1 больная. Тактика обследования больных железистым раком. Такая тактика у нас с 2008 года. Почему мы имеем возможность представить свой опыт в таком больных, которые получают таргетную терапию? Два факта. Первое. Евгений Наумович Именитов, лидер. С 2008 года не было проблем в определении мутации EGFR-фактора. И второй фактор – это программа онкологии. Георгий Моисеевич Манихас смог осуществить работу по обеспечению онкологических больных в Санкт-Петербурге, когда для нас инвалид региональный, не инвалид федеральный имеет значение, а имеет значение онкологический больной. И поэтому, если есть это заболевание, эти пациенты получают препараты в полном объеме и такие, в которых действительно они нуждаются. Так вот, с 2008 года у нас в отделении схема обследования пациента, гистологический диагноз аденокарцинома, далее иммуногистохимическое исследование, видите, выделен в отдельную группу. Это метастазы аденокарциномы другой локализации. И мы считаем, что действительно нужно проводить иммуногистохимическое исследование, потому что нередко бывает так, мы оперируем как рак легкого, а в итоге оказывается метастазом рака ректосигмоидного отдела. Далее, при подтверждении наличия аденокарциномы легкого в обязательном порядке молекулярно-генетическое исследование, это EGFR-мутация и ЛК-транслокация. Если мутация есть, назначается таргетная терапия. Мутации нет, больной получает химиотерапию. Точно так же, если ЛК-транслокация есть, больной получает кризотинип. Если нет, получает химиотерапию. Вот конкретно, пусть небольшой материал, 36 пациентов, но мы провели анализ и посмотрели по возрастному статусу. 25 из 36 были люди старше 60 лет. Но это уже стандарт во всех работах, вы это увидите, что чем старше, тем чаще мутации выявляются. По полу также ничем не отличается от общестатистических данных нашего исследования.
9 мужчин и 27 женщин. И вот вопрос, можно ли назначать таргетную терапию без мутации GFR-фактора? Я немножко поспорю с предыдущими докладчиками, потому что я считаю, что если мутации нет, то, конечно, эффективность таргетной терапии значительно менее выражена, чем если бы мутация была. И на примере назначения гефитиниба мы посмотрели, 17 человек, пациенты без мутации получали гефитиниб, и 109 человек получали при наличии мутации. Вот посмотрите, время до прогрессирования 2,9 месяца, если мутации нет, и 13,4, если мутация есть. Поэтому вот такая статистика, я думаю, что все-таки заставляет нас назначать эти препараты тогда, когда мутация есть. К сожалению, стоимость препарата диктует строгий подход к назначению таргетной терапии. Пример клинической эффективности эфетиниба. Эта пациентка, она обследовалась у вас в институте, планировалось включение в клиническое исследование, но, к сожалению, по критериям включения она не подошла. И вот она пришла, посмотрите, какой эффект при назначении эфетиниба. В январе рентгенограмма и в марте компьютерная томограмма. Это так называемые клинически значительные улучшения общего состояния. Это так называемый эффект Лазаря, то есть воскрешение из мертвых. И действительно, вот чем отличается таргетная терапия, скажем, от иммунотерапии рака легкого? При назначении таргетной терапии мы видим эффект сразу. Практически через неделю больной вам скажет, как я замечательно стал себя чувствовать. А вот когда назначаем иммунотерапию, то нужно ждать эффекта. Это где-то и месяц, может быть, и два, и три, а описаны случаи на 9-м месяце лечения. Поэтому вот при иммунотерапии надо ждать. А здесь вы сразу увидите, эффект есть или нет. И вот хочу вам рассказать, мы просто посмотрели, зависит ли эффективность таргетной терапии в зависимости от ЭКОК-статуса, то есть от общего состояния пациента. Известно, и все вы, вероятно, читали, слышали, что эфетиниб статистически достоверно лучше оказывает эффект у больных с делецией в 19-м экзоне. Так вот, это действительно так и есть. И это не только эфетиниб, это и гефитиниб, и эрлотиниб. Просто при назначении тех препаратов это было не так ярко показано. А вот от ЭКОК статуса зависит или нет? Вот мы посмотрели. ЭКОК, когда ЭКОК статус 0,1, время до прогрессирования 22,6 месяцев. И некоторые еще до сих пор лечатся, они не спрогрессировали. Мы просто взяли вот этот интервал и посмотрели. И когда ЭКОК больше единицы, где-то 2, иногда и при ЭКОК 3 мы включаем, даем препарат. И вот посмотрите, 3,6 месяцев. Я не говорю о том, что не надо назначать препарат таким тяжелым больным. Но нужно планировать лечение так, чтобы иметь в виду, что прогрессирование у этих пациентов наступит гораздо быстрее и быть готовым к тому, чтобы перевести этого человека на химиотерапию. И всегда перед клиницистом стоит вопрос, а когда отменять таргетную терапию? Я вспоминаю, клиническое исследование у нас было, гефитиниб назначался в первой линии у пациентов с четвертой стадии заболевания при железистом раке. На 18 пациентов у одного был полный ответ. Причем эффект Лазаря у него был классический. То есть он через неделю пришел и сказал, все, я здоров, хотя при поступлении была одышка при разговоре. Он работал. Лечился у нас 18 месяцев, получал ИРСУ. И
При контрольном компьютерном исследовании был выявлен небольшой очаг, 1,5 сантиметра. И мы в то время предполагали, что его снимать с лечения нельзя, что надо его продолжать лечить, иначе мы получим прогрессию. Писали, просили, но, к сожалению, в рамках клинического исследования продолжать лечение нам было отказано. А препарат в то время в России был не зарегистрирован. Больному лечение прекратили, после чего прогрессия в течение 2 месяцев больной сгорел. То есть это так называемый эффект вспышки. Я вам потом вот сейчас чуть позже продемонстрирую. Так вот, когда отменять таргетную терапию? Когда появился небольшой очаг или когда клиническое прогрессирование? Мы считаем, что отменять можно только при клиническом прогрессировании. Потому что если вы отмените, когда появился очаг, скажем, где-то пусть даже 2 сантиметра, новый очаг, по всем критериям RECIST это прогрессирование, больной будет прогрессировать очень быстро и буквально на глазах вы иногда не успеваете даже определить Т790М мутацию. Поэтому, конечно, в интересах пациента нужно снимать с лечения только при клиническом прогрессировании. У нас таких примеров достаточно. Вот как один из них я вам могу привести клиническое наблюдение. Больная до сих пор лечится. В 2004 году больная была оперирована по поводу рака периферического бронха средней доли правого легкого. До 2014 года у больной все было спокойно. В 2014 году у больной появились метастазы в легких и метастазы на париетальной плевре справа. В это время была определена мутация, мутация оказалась положительная. И с марта 2004 года больная получала, вот это было исходное, вот с этим она пришла, и дальше больная получала у нас афатинип. В июле 2015 года у больной клинические мы заподозрили метастазы по брюшине. Выполнили МРТ и подтвердили, да, действительно, метастазы по брюшине есть. И тогда к афатинибу была назначена еще химиотерапия. Химиотерапия пиметриксет цисплатин. Цисплатин и пиметриксет 6 циклов. Далее больная получала поддерживающую терапию на фоне приема афатиниба. Частичный ответ получили, но в июле 2016 года у больной были выявлены метастазы в яичниках. И вот вопрос, снимать пациентку с лечения или нет? Оперировать или нет? Мы решили, что пациентку, безусловно, нужно оперировать, предложили ей хирургическое лечение, но по своим семейным обстоятельствам на операцию она пришла только в ноябре. Была выполнена циторедуктивная операция, пангистерэктомия, амиантэктомия. И я присутствовала на операции, посмотрела, брюшина была интактна. Хотя на момент июля 2015 года явно были метастазы, подтвержденные объективно. И что сейчас, как вы думаете, снимать больную с лечения или продолжать химиотерапию плюс афатинип? И мы все-таки решили в интересах пациентки продолжать. Вот это был метастаз в яичнике. Сейчас там в малом тазу и в животе все спокойно. И вот, пожалуйста, в октябре 2016 года компьютерная томограмма легкого. С клинической точки зрения, в интересах пациентки, мы продолжаем лечение. Естественно, мы посмотрели, коль такая возможность есть, наличие мутации Т790 в метастазе в яичниках. Да, мутации есть. Но, как Евгений Наумович сказал, она только в 10% выявляется не
полным полем, а в 10%. Поэтому мы все-таки решили продолжать лечение фетинибом, потому что эффект клинический есть. А во-вторых, если мы увидим прогрессирование, то к этому времени, я надеюсь, мы уже будем получать по расширенному доступу препарат Тагриса. Поэтому вот такие ситуации, они бывают на самом деле в клинической практике достаточно часто. И всегда возникает вопрос, а что делать? Метастаз в яичнике, удалять, не удалять? Мы считаем удалять, потому что это увеличивает все-таки продолжительность жизни пациента, когда удаляем единичные метастазы. Второе наблюдение. Когда мы назначали афатиниб во второй, в третьей линии, в четвертой линии, больная 64 лет, рак среднедолевого бронха 4-й стадии, метастазы в печень на момент обращения. Гистологические аденокарциномы и GFR-мутация положительная. С августа 2012 года по декабрь 2012 года она получила 6 циклов первой линии химиотерапии паклитаксел с цисплатином. Опять вопрос. Больная была достаточно тяжелая. Мы ей назначили лечение, пока не имея на руках результатов молекулярно-генетического исследования. Вот что делать, ждать или начинать химиотерапию? Вот мы начали химиотерапию и получили, что есть мутация. И опять вопрос. Прекращать химиотерапию, переводить на таргетную, либо продолжать химиотерапию, переводить на таргетную при прогрессировании. Во всяком случае, мы решили, что ей нужно провести 6 циклов химиотерапии, у нее был частичный ответ. И дальше она спрогрессировала в апреле. То есть мы увидели прогрессирование заболевания в апреле. Вот тогда в апреле... Уже мы, имея на руках, что у больной мутация, результаты исследования у больной на руках, мутации GFR-фактора, мы ей предложили участие в клиническом исследовании, и в последующем, когда были открыты коды, она получала плацебо. То есть фактически больная получала эрлотиниб. Далее у больной... Она бы и дальше получала, но она, к сожалению, спрогрессировала. И с июля 2014 года по апрель 2015 года мы ей проводили химиотерапию, пемитриксет и карбоплатин. 6 циклов пемитриксет, карбоплатин и затем поддерживающую терапию до прогрессирования. Прогрессирование в начале мая 2015 года, и с тех пор больная получает фетинип по 40 мг, но, к сожалению, было снижение дозы до 30 мг и продолжает получать 30 мг. Вот, пожалуйста, апрель 2015, март 2016 и март 2017 года. Но имеется тенденция к увеличению, поэтому мы планируем, если будет явно нарастать, планируем определение Т790 путем трансторакальной пункции. Какой препарат выбрать? Вы уже слышали прекрасный доклад, только что прослушали. И я не буду останавливаться подробно, единственное скажу о том, что действительно были получены результаты, когда афатиниб показал свою эффективность более выраженную, чем гефитиниб. Но я акцентирую ваше внимание на нежелательных явлениях, которые возникают при назначении афатиниба и гефитиниба. Да, афатиниб более жесткий препарат. Действительно, и диарея встречается чаще, чаще встречаются стоматиты и чаще встречаются паронихии. Вот при назначении гефитиниба все-таки паронихии встречаются реже. Иногда выраженная клиника паронихии заставляет нас снижать дозу. Но первое – это, безусловно, диарея, второе – это сыпь, и третье – это паронихии. Вот те
три нежелательных явления, которые нас заставляют снизить дозу, и больные могут получать афатинип в редуцированной дозе. Прекращение лечения при назначении афатиниба – это, как вы видите, диарея, слабость и дерматологическая токсичность. Прекращение лечения при назначении гефитиниба – это повышение трансаминаз, это бывает достаточно часто, повышение уровня АЛТ-АСТ и интерстициальная болезнь легких. Да, мы видели при назначении ИРС интерстициальную болезнь легких, диагностировать ее не так просто, лечить тоже трудно, назначать нужно преднизолон и, естественно, четко контролировать пациента. При назначении афатиниба пока с таким осложнением, как интерстициальная болезнь легкого, мы не встречались. Возможно, с накоплением опыта и появятся такие пациенты, но у нас пока этого не было. В отношении снижения дозы. Из 17 больных, которые получали у нас лечение, отслежены, 7 были без снижения дозы, 6 со снижением дозы до 30 миллиграмм, и 4 получали афатиниб 20 миллиграмм ежедневно. Вот из этой группы 2 получают уже, одна 36 месяцев, вторая 34 месяца. Этот препарат в дозе 20 миллиграмм. У одной полная ремиссия сохраняется, у второй частичная ремиссия. Поэтому действительно это совершенно верно. Снижение дозы, оно мало оказывает влияние на достижение эффекта. Мы, во всяком случае, не отметили, что снижение дозы приводило к прогрессированию заболевания. Поэтому 20 миллиграмм работает, и эффективность сохраняется достаточно долго. Какой еще совет? Иногда в стационаре или в поликлинике нет таблеток, скажем, 30 миллиграмм, 20 миллиграмм. Если вы не имеете 20-миллиграммовых таблеток афатиниба, можно спокойно назначать препарат в дозе 40 миллиграмм через день. То есть это те же самые 20 миллиграмм. Но, конечно, вот когда вы заказываете препарат, то указываете дозу и 40 миллиграмм, и 30 миллиграмм. В нашей практике не было назначения 50 миллиграмм. Я думаю, что, наверное, и не стоит, потому что выраженнейшее нежелательное явление. А назначаем мы 40 миллиграмм, и когда у вас такой выбор 40 и 30, вы всегда можете назначить и 30 миллиграмм, и если вы назначаете 40 через день, то и 20 миллиграмм. Поэтому вот эти две дозировки, желательно, чтобы они, конечно, в стационаре или в поликлинике, где вы назначаете этот препарат, были. Это резистентность к таргетной терапии – это очень большая проблема, и сейчас она обсуждается на всех съездах, на ЭСМО, на АСКО. Я не буду длительно останавливаться, потому что этой теме надо посвятить целое заседание. Не то что доклад, а целое заседание. Тут очень много аспектов. Но я могу остановиться только на, скажем, мутации Т790. Мутацию Т790М мы стали определять где-то в течение последних 5 или 4 лет. Опять же, это благодаря Евгению Наумовичу Именитову. Он лидер во всех этих начинаниях, и поэтому мы в практическом здравоохранении также говорим ему очень благодарны и говорим спасибо. Так вот, Т790М. Нужно ли определять эту мутацию? Мы считаем, что мутацию определять нужно. Для чего? Для того, чтобы вы знали, можно вернуть больного на таргетную терапию или этого делать не стоит. А лучше подбирать химиотерапию и получить
ответ на лечение, если не получили поменять линию. Поэтому мутацию Т790М, безусловно, определять надо. Во-первых, вот я уже вам сказала, можете ли возвратиться к таргетной терапии или нет. И во-вторых, я думаю, что скоро все-таки мы будем иметь возможность назначать поколение тирозинкиназных препаратов третьего поколения. А без определения этой мутации сделать этого будет нельзя. Вот, пожалуйста, больной получал эфетинип. Получал эфетинип 26 циклов, 26 месяцев. Август, октябрь. У больного мутация Т790М. А клинически это эффект вспышки. Вот то, что я вам в самом начале своего доклада рассказывала о мужчине, у которого при отмене резко возникло прогрессирование заболевания. Вот здесь также. Но у этого пациента мы точно знали, что Т790М есть. Бытует мнение, что наличие мутации Т790М, были такие работы, чаще это все-таки экспериментальные работы, то есть инвитро, в которых было, так сказать, показано, что наличие Т790М – это торпидное течение заболевания, и даже при наличии Т790М возможно назначение, то есть продолжение таргетной терапии. К сожалению, наш опыт, у нас где-то около 20 пациентов, не подтверждает этого тезиса. Вот как пример. Наличие Т790М есть, вспышка заболевания. Поэтому, видимо, помимо одной мутации Т790М, явно недостаточно в раскрытии всего механизма резистентности и бурного прогрессирования этого заболевания. Материалом для молекулярно-генетического анализа на мутацию Т790М могут быть опухолевая ткань, может быть, плазма крови, описанное определение в слюне, в моче и так далее. И вот, конечно, проще всего, кажется, сдал кровь, определили мутацию Т790М, и все в порядке. Да, это так. Если мутация в плазме крови Т790М есть, то, скорее всего, мутация Т790М есть и в опухолевой ткани. Но если мутации нет в плазме крови, это еще ни о чем не говорит. Поэтому ориентироваться только на плазму крови я бы вам не советовала. Опять как клинический пример. Больная у нас получала ИРСУ. 8 месяцев при наличии мутации GFR-фактора. И спрогрессировала. То есть развелось прогрессирование заболевания. Мы больной предложили выполнить повторную бронхоскопию с тем, чтобы взять материал и определить мутацию Т790М. Но Санкт-Петербург – город большой. Она обратилась в другой центр. И там предложили не сдавать материал опухолевый, а просто прийти на забор крови. Да, забор крови был осуществлен, мутации в плазме не обнаружено. И больная пришла к нам с заключением из лаборатории, Т790М нет, пожалуйста, назначайте мне вторую линию таргетной терапии. Мы назначили афатинип. Тем не менее, спустя 2 месяца у больной было выраженное прогрессирование заболевания, что говорит о том, что мутация Т790М все-таки у пациентки была. Поэтому, если, повторюсь, если мутации нет в плазме крови, это еще ни о чем не говорит. В обязательном порядке нужно определять мутацию в опухолевой ткани.
Мы занимаемся рейбиопсиями, вот я уже сказала, длительное время, и причины, первое – это отказ больного, отказ по медицинским показаниям, технические трудности, не всегда, скажем, можно выполнить биопсию опухоли, если есть только прогрессирование в виде метастаза в головном мозге, и отсутствие стандарта. Ну, в последнее время, на самом деле, отказ больного мы видим редко. Все-таки и больной сам читает, видимо, в интернете сведения черпает, и родственники более широко образованные, то есть тоже сейчас кто не придет, все сведения из интернета уже почерпнул. Поэтому отказываются редко. И практически у всех сейчас мы можем выполнить, если мы технически это можем сделать, то есть не отказываются пациенты. А вот отсутствие стандарта, вот это бы надо, конечно, естественно, ввести в стандарт, потому что когда определение Т790М есть в стандарте, значит, вопросов ни у кого никогда не возникает, я имею в виду, в плане анестезиологов, в плане хирургов и так далее. Какие биопсии? Это биопсия лимфоузла, бронхоскопия, ИБУС, пункционная биопсия, эндоскопическая ультрасонография. Это мы все выполняем, поэтому я перечисляю то, что делается у нас в стационаре. Медиастиноскопия, торакоскопия. И также обращаю ваше внимание на трансторакальную биопсию опухоли под КТ навигации. Видите, какой очаг в легком, который просто так отпунктировать ни один хирург не сможет. То есть боимся мы такие очаги вблизи средостения пунктировать. А вот навигация позволяет это сделать. И вот как пример. Пациент, который был обследован в Первом медицинском институте в тизиопульмонологии, ему было сделано все: ультрасонография, пищевода, был эхо, дальше был ИБУС, пункционная биопсия. Материал не был получен. И больного планировали на хирургическое лечение, но были выявлены метастазы в печени, мелкие. Пункцию выполнить технически невозможно. И вот именно с помощью КТ-навигации Сирио нам удалось отпунктировать это опухолевое образование. У больного оказался рак железистого строения, мутация EGFR-фактора положительная, и сейчас он получает афатинип. Спасибо. Глубоко уважаемая Нина Алексеевна, спасибо большое за ваш богатейший опыт в лечении больных немелкоклеточным EGFR-позитивным, и не только EGFR-позитивным, но и СЛК-транслокацией, немелкоклеточным раком легкого. На ваших представленных данных 154 пациента у вас получали с EGFR-позитивным, и вот 7 больных с АЛК-транслокацией. Вот, и Светлана Анатольевна вот задаст вопрос, как раз учитывая ваш богатейший опыт, вот, мы хотели бы узнать ваше мнение по поводу. Да. Обратилась пациентка из другого города, написала она. Ну, очень приятно, что пациенты слушают нас, значит, мы не зря с вами работаем. Она пишет, что при положительном лечении гиатрифа в течение 6 месяцев ей перестали в диспансере выдавать это лекарство, не в Санкт-Петербурге, и заменили на ИРЭСО. Равнозначно ли лечение? Да, это на самом деле очень хороший вопрос. Всегда вот меня спрашивают, что бы вы назначили в первой линии таргетной терапии. Несмотря на то, что действительно афатинип показал лучшую эффективность назначения в первой линии, я бы назначила ИРЭСУ или эрлотинип, чтобы у больного был резерв. То есть, получив ИРЭСУ, если будет прогрессирование, у нас есть вариант перевода на афатинип. Когда больной получает афатинип, и он спрогрессировал, то обратно на ИРЭСУ смысла нет
переводить, абсолютно никакого. Безусловно, если вы, как я уже показала, имеете пациента с ЭКО 0,1, то можно ему назначать афатинип, и это можно планировать и предполагать неплохой эффект. Вот вы видели, 22 месяца до времени, это время прогрессирования, до, вернее, время до прогрессирования. И, конечно, вот в такой ситуации афатинип можно назначать. И, ну, по рекомендациям вы знаете, что предпочтительнее назначать афатинип в первой линии, но исходя из практического здравоохранения, все-таки нужно, чтобы хоть какой-то резерв у пациента был. Можно и так, и так. А вот обратно переводить, наверное, не стоит. Ну, я думаю, что здесь в этой ситуации просто жизнь диктует свои условия. Наверное, я думаю, что у докторов, скорее всего, не было препарата, и поэтому я думаю, что лучше да. оставить на таргетной терапии, нежели оставлять без нее. Это да. Скорее всего, но я имею в виду, если есть выбор. Да, если есть и тот препарат, и другой препарат. Поэтому, наверное, пациента стоит успокоить, что... Да, конечно, в любом конечно. Случае, если нет прогрессирования, пусть получает безусловно, лечение, конечно. Да. Инна Алексеевна, спасибо большое. И я бы тоже хотела еще раз подчеркнуть то, что Инна Алексеевна говорила, может быть, не совсем было воспринято правильно, назначать тирозинкиназные ингибиторы при аденокарциноме только при наличии мутации. Речь идет только о плоскоклеточном раке. Когда вы там не найдете мутацию, назначаете препарат. А так только после при определении молекулярно-генетического тестирования обязательно. Вот. А я вас хотела еще спросить. Ну, извините, я еще добавлю. Ну, на самом деле, при плоскоклеточном раке где-то в 5% случаев бывают мутации. Да. Если не курящий человек, то, конечно, желательно все-таки на мутацию тоже блоки отправить. Нина Алексеевна, да, уже пользуясь таким моментом, все-таки городской наш диспансер, конечно, богатейший опыт имеет применения тирозинкиназных ингибиторов. И скажите, пожалуйста, ваше впечатление, а вы работали при плоскоклеточном раке? Назначали тоже пациентов? Назначали. Назначали. Да, эффективность ниже, но работает. Работает. Если есть мутация. Мутации да. нет, не работает. И при поражении головного мозга да. были изначально вот работы, как только вот РСА только появилась, увеличение дозы до 1000 миллиграмм даже да, было такое время. Такое, да. Вот какой у вас опыт вот, применения? Да, у нас был совместный опыт с Федором Владимировичем. Mm-hmm. Это как раз та пациентка, которую он направлял ко мне, и мы выписывали 4 таблетки. Потому что ИРЭСА – это минимальная доза 250 миллиграмм. Там есть резерв до 1000 миллиграмм. А эрлотиниб 150 – это максимальная доза, там уже не увеличишь. Mm-hmm. Афатинип можно увеличить до 50. Какое-то время у больной наблюдалась стабилизация, но потом она получила облучение головного мозга. Да, можно, в принципе, увеличивать, и эффект некоторое время держится. Это да, это было. Спасибо. Спасибо большое вам, Нина Алексеевна. Спасибо.